Диди спрей уход для волос Faberlic Expert Styling, полный обзор средства. Волосы – украшение каждой женщины. Они притягивают к себе первое внимание, говорят об ухоженности и здоровье обладательницы. Для того, чтобы выглядеть всегда эффектно, радовать окружающих безупречными укладками, необходимо подбирать профессиональные средства для ухода. Одним из них является Диди спрей уход для волос от Faberlic. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Причина повреждения волос на волосах отражаются все негативные аспекты нашей жизни, плохая экология, недостаток витаминов, неправильный уход. Каждодневная термическая обработка в виде фена, утюжка или плойки приводит к тому, что они теряют эластичность, становятся тусклыми и ломкими. Агрессивное влияние оказывает краски, шампуни и средства для укладок. Компания нашла выход и предлагает качественный продукт в виде спрея. Преимущество средства Faberlic предлагает незаменимое средство серии Expert для создания естественной укладки. Можно забыть о лаках и неподвижных локонах. Подходит для каждодневного ухода с целью интенсивного восстановления. Предупреждает появление секущихся кончиков. Придает здоровый блеск и мягкость. Идеально подходит для защиты структуры волоса от пересушивания высокими температурами. Подпитывает корни, благодаря чему снижается ломкость. Лучший выбор при создании объемных укладок. Эффект сохраняется в течение 24 часов. Без труда смывается, не склеивает, не создает эффект утяжеления. Плюсы дополняются приятным дизайном и легкостью в использовании. Благодаря распылителю легко распределить спрей по всей длине. Дополнительным плюсом является неуловимый аромат с оттенком цветов, который стремительно выветривается, а значит не доставит неудобства. Состав и способ применения производитель включил в состав касторовое масло. Этим объясняется ухаживающий эффект спрея. Он помогает восстановить поврежденную структуру и сгладит пушистость. Депантенол и витамин В5 отвечают за здоровье кожи головы, подпитывают луковицы волос. Для лучшего результата спрей наносят на чистые влажные волосы. Для создания объема средства нужно распылять на корни волос. После чего аккуратными движениями сверху вниз распределять по всей длине. Для удобства следует приобрести тонкую расческу. Перед созданием локонов мочить волосы не обязательно, можно распылять на сухие. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стоимость Диди спрей от Faberlic представляет собой аккуратный флакончик с объемом 120 мл. Низкий расход благодаря имеющемуся распылителю, доступная цена позволили компании занять достойное место на рынке среди широкого ассортимента ухаживающих средств. Цена варьируется от 170 до 200 рублей. Периодические акции дарят возможность заполучить флакончик со скидкой в районе 120 евро. Выгоднее покупать у представителей компании Faberlic или с помощью электронного каталога на официальном сайте. Ухаживающий эффект накопительный. Регулярное использование – гарант здоровья волос. Спрей Диди не вызывает побочных проявлений, а значит допускается регулярное применение. Недостатки. Несмотря на очевидные преимущества, есть несколько нюансов, о которых следует знать. Спрей относится к ухаживающим средствам, а не лечебным. Он помогает поддержать состояние волос, но не избавляет от конкретных проблем. Излишнее количество спрея на волосах приведет к обратному эффекту. Вместо укладки, можно получить эффект сальности. Спрей не подойдет обладательницам вьющихся волос. Он не выпрямит локоны, а только снимет пушистость и обеспечит легкое расчесывание. Не придает обещанный объем. Для этой цели придется дополнительно подкручивать волосы на бигуди или утюжок. Как закрепить результат здоровья волос подразумевает не только ухаживающие средства в виде спреев и лосьонов. Советы для желающих иметь шикарную шевелюру – правильное питание. Желательно сбалансировать рацион продуктами, содержащими витамины Е, С, микроэлементы, цинк, железо. Отдать предпочтение белковым продуктам. Витамины. Не всегда есть возможность следить за правильным питанием. Фармацевтическая промышленность предлагает комплексы микроэлементов, которые восполнят имеющийся дефицит в организме. Защитные головные уборы спасут от выгорания на солнце и переохлаждения в зимний мороз. Маски на основе масел и процедуры в салонах красоты помогут поддержать здоровый блеск, упругость и эластичность. Помните, не существует волшебного средства, которое решит все проблемы, уход должен быть комплексным и регулярным.
Причина повреждения волос на волосах отражаются все негативные аспекты нашей жизни, плохая экология, недостаток витаминов, неправильный уход. Каждодневная термическая обработка в виде фена, утюжка или плойки приводит к тому, что они теряют эластичность, становятся тусклыми и ломкими. Агрессивное влияние оказывает краски, шампуни и средства для укладок. Компания нашла выход и предлагает качественный продукт в виде спрея. Преимущество средства Faberlic предлагает незаменимое средство серии Expert для создания естественной укладки. Можно забыть о лаках и неподвижных локонах. Подходит для каждодневного ухода с целью интенсивного восстановления. Предупреждает появление секущихся кончиков. Придает здоровый блеск и мягкость. Идеально подходит для защиты структуры волоса от пересушивания высокими температурами. Подпитывает корни, благодаря чему снижается ломкость. Лучший выбор при создании объемных укладок. Эффект сохраняется в течение 24 часов. Без труда смывается, не склеивает, не создает эффект утяжеления. Плюсы дополняются приятным дизайном и легкостью в использовании. Благодаря распылителю легко распределить спрей по всей длине. Дополнительным плюсом является неуловимый аромат с оттенком цветов, который стремительно выветривается, а значит не доставит неудобства. Состав и способ применения производитель включил в состав касторовое масло. Этим объясняется ухаживающий эффект спрея. Он помогает восстановить поврежденную структуру и сгладит пушистость. Депантенол и витамин В5 отвечают за здоровье кожи головы, подпитывают луковицы волос. Для лучшего результата спрей наносят на чистые влажные волосы. Для создания объема средства нужно распылять на корни волос. После чего аккуратными движениями сверху вниз распределять по всей длине. Для удобства следует приобрести тонкую расческу. Перед созданием локонов мочить волосы не обязательно, можно распылять на сухие. Стоимость DB-спрей от Faberlic представляет собой аккуратный флакончик с объемом 120 мл. Низкий расход благодаря имеющемуся распылителю, доступная цена позволили компании занять достойное место на рынке среди широкого ассортимента ухаживающих средств. Цена варьируется от 170 до 200 рублей. Периодические акции дарят возможность заполучить флакончик со скидкой в районе 120 евро. Выгоднее покупать у представителей компании Faberlic или с помощью электронного каталога на официальном сайте. Ухаживающий эффект накопительный. Регулярное использование – гарант здоровья волос. Спрей DD не вызывает побочных проявлений, а значит допускается регулярное применение. Недостатки. Несмотря на очевидные преимущества, есть несколько нюансов, о которых следует знать. Спрей относится к ухаживающим средствам, а не лечебным. Он помогает поддержать состояние волос, но не избавляет от конкретных проблем. Излишнее количество спрея на волосах приведет к обратному эффекту. Вместо укладки можно получить эффект сальности. Спрей не подойдет обладательницам вьющихся волос. Он не выпрямит локоны, а только снимет пушистость и обеспечит легкое расчесывание. Не придает обещанный объем. Для этой цели придется дополнительно подкручивать волосы на бигуди или утюжок. Как закрепить результат здоровья волос подразумевает не только ухаживающие средства в виде спреев и лосьонов. Советы для желающих иметь шикарную шевелюру – правильное питание. Желательно сбалансировать рацион продуктами, содержащими витамины Е, С, микроэлементы, цинк, железо. Отдать предпочтение белковым продуктам. Витамины. Не всегда есть возможность следить за правильным питанием. Фармацевтическая промышленность предлагает комплексы микроэлементов, которые восполнят имеющийся дефицит в организме. Защитные головные уборы спасут от выгорания на солнце и переохлаждения в зимний мороз. Маски на основе масел и процедуры в салонах красоты помогут поддержать здоровый блеск, упругость и эластичность. Помните, не существует волшебного средства, которое решит все проблемы, уход должен быть комплексным и регулярным. Полезные видео от спрей-уход от Faberlic. Отзыв на DD-спрей для волос Faberlic.